Данбалан ждет ребеночка. Беременная Карль вышла на сцену в рубашке, засветив округлившийся живот. После окончания проекта «Голос страны» Тина Карль и Данбалан перестали появляться вместе, а поклонники начали подозревать пару в расставании. К слову, некоторые поклонники говорят о возможной беременности Тины от молдавского певца. Однако сама Карль подобные слухи пока не комментирует. Недавно в инстаграм Тины Карль появилось видео, на котором певица запечатлена во время выступлений в Одессе. Для одного из номеров Тина выбрала белую оверсайз-рубашку, под которой был надет комбинезон зеленого цвета. С определенного ракурса кажется, будто под рубашкой скрыт округлившийся живот певицы. Однако стоит ей предстать перед зрителями в комбинезоне, сомнения рассеиваются.